Почувствовал себя плохо и поехал в аптеку. Но по пути разбил и свою машину, и еще две едущие рядом с ним. На Оренбургском тракте молодой человек не заметил остановившиеся впереди автомобили и врезался в них на полном ходу. По принципу домино протаранил два автомобиля. Вину не отрицал, но утверждал, что остановились они слишком уж резко, хотя запись с его же видеорегистратора говорила об обратном. Детали расскажет Салават Мухаммадуллин. Помогите мне починить машину, если у нас будет много посетителей, я ее очень быстро починю, и кафешка разовьется. Предполагаемый виновник столкновения не падает духом. Несмотря на то, что на оформление происшествия уже ушло 2 часа, его автомобиль уедет с места столкновения только с помощью эвакуатора. Рассказал, что до аварии чувствовал себя плохо, поэтому поехал в аптеку, но в плотном потоке отвлекся от дороги и протаранил 2 автомобиля. Я ехал, внезапно начал спереди тормозить, у меня АБС не сработал, так как я сразу тормоз зажал, движок заглох, и меня юзом принесло вон оттуда тормозной путь. Я уже потерял управление, ни поворот, ничего, и просто прямо улетел. Но другие участники ДТП говорят, что никакого резкого торможения не было. Всему виной стала невнимательность молодого человека. Все оттормаживают, все тормозут, я видос даже могу показать. Вот он едет, мы уже давно тормозим, уже вот смотри, я уже остановился, он меня бах, и я уже въезжаю в это. Молодой человек не отрицал свою вину и даже извинился перед каждым участником происшествия. Салават Мухаммадуллин, Ленар Гинатулин, Константин Бушуев, Вызов 112.